Всем привет! У нас снова сугробы. Что это у тебя? Очень скользко. Еле выехали. 2 часа папа у нас разгребал снег. Одна машина поломалась, бампер. Что там случилось? Она подпрыгнула, да? Да, там это сугробы. Да. И машины, дорогу чистили так плохо, что... Ну, короче, вот у нас всю ночь шел снег, 30 сантиметров снега, и ну, там вообще машины застревают, мы еле выехали, папа 2 часа чистил снег, и вот такая красота у нас, конечно, но... Сосед вообще никуда не что? Ну, сосед, да, он выехал, застрял и встал на место. Покажи сюда. Да, там впереди. Очень красиво. Впереди, ну, снова зима. Красивая. Недолго у нас начало вроде все таять. Уже скоро весна, а весной не пахнет. Вот такие вот сугробы. Деревья красивые, как обычно, украшены снегом. Я думаю, что вчера и ветер был. Думаю, что ну, ветер, вот... вчера буря была снежная. Мы вышли на парковку, у нас 4 часа не было. И не узнали свою машину. Хорошо помнили, где ее. Ни номера, ничего не было видно. Вся занесена снегом. Что мигает этот? Не, я еще даже и просто искала. Не думала этого? Да, вообще, ветер в лицо, это ужас просто. Детей, там капюшон закрываю. Ну, в глаза очень больно снег. Вот, какие горы снега. И туда тоже. Шарка, это камеру не взяли. Ну, слушай, 2 часа мы только пытались выбраться, считай. Так бы мы вообще не выехали, если бы только вышли. Машину сели бы. Очень красиво. Ну, главное, дорога чистая. Ну, это даже не главное, да, еще дорога. Главное, еще впереди будет. А мы едем к врачу с Лукасом. Сейчас. Детки еще сонные. Всем привет! Да, Лукас здесь. Сейчас посмотрим, где Элиас. Всем привет! А это Элиас. Только проснулись, да? Ой, еще даже зевать хочется. У меня ноги мокрые. Ноги мокрые? Да, это плохо. Ну, да. Надо было переодеть. Ну, ничего, теперь едь. Я взяла теплую одежду, если мы застрянем. Я даже не знаю, что в таких случаях делать. Ну, посмотрим. И в городе все сделано. Ну, в городе чистенько, точно. В городе-то не будет проблем. Если такая же дорога, вот как там на парковке. Ну, мы в больницу едем, в новую больницу, там подземная парковка, да. Может быть, будет, все туда пошли. Нет, если да, если будет там все занято, то тогда, ну, ты нас высадишь, да, или как, наоборот, ты пойдешь к врачу, да? Да, за будет минус немного, сама взяла... Сколько у тебя скорости? 60. Здесь потайная камера. Камеру не хочешь видно. Видно. 170 евро хочешь нет, нет, фотографию? Нет, не хочу. Мне таких селфи не надо. Селфи, да. Ну, небольшая пробка впереди. Скопление машин. Ввиду того, что с боковых дорог приезжают. Поток вливаются машины. Ну, как бы мы и опаздываем, и не опаздываем, да, папа? То есть, как бы жизнь дороже. Конечно. Торопиться все равно некуда. Этот, там больница надо, они понимают, что сейчас такие... Ну, сейчас такие условия, еще неизвестно, приедет ли врач. Все ли врачи на работе, по идее. Но здесь, в Финляндии, так, если бы своего машиной врач или такой нельзя прийти... То на такси едут. Так, да, и город, да, этот, и такси... больница оплатит. Да, такси оплачивается. Так, а многие так и едут. У них даже машины нет. Если у них поздняя смена, они идут на такси. Это есть это. Да. Не то, что прям вообще просто, типа, на такси буду ездить, у если меня будет машины. Вечерная... А именно вечерняя смена, да. Ночью, когда или выходит. Ночью. Или, например, врача вызывают на операцию, он вызывает такси. То есть, чтобы уже, ну, как говорится, быстрее приехать и перед операцией не думать лишнее. Ну, не так много машин впереди. Просто все едут осторожно. Не, там было много. Сколько? Там... Здесь разрешено 80 километров в час. А мы сейчас 60. А мы едем 60. Ну, ничего, главное добраться. Все там хорошо. Там этот большой был впереди. Да, как у нас. Пробка. Ну, там еще видно машины. Сейчас пойдет на главную дорогу, тогда будет уже... Мы есть главная дорога. Это уже
же главное. Ну, а вот там чистят это, да. На противоположный. И это эспо пойдет. А нет, пойдет. Это пошло туда, в город. И в город, в да. В городе и надо чистить. Там многие люди не могут даже выехать. Здесь скорость обычно 100 километров в час. Сейчас из-за погодных условий 80 километров в час. Очень скользко. Из-за того, что скользко, из-за того, что, наверное, была утром пробка. Это сейчас уже не утро, сейчас уже 8:30. Скоро 9. Уже 9 скоро? У нас прием 9:15. Мы успеем. Ну, здесь дорога вообще чистая. Просто, видимо, скользко. Черный лед. Пока мы тут следим за дорогой, Элиас уснул. Но не только Элиас. И Лукас тоже уснул. Сладких снов. Сколько нам ехать еще? А ехать нам еще 15 минут. В городе. До города. До города. Еще в городе. Ну, там со светофорами. Вот здесь тоже указатели. 80 км в час. Скользкая дорога. Ну, все едут хорошо. Спокойно. Вот мы уже въехали в город Хельсинки. Теперь нам осталось... 6. Посмотрим. Даже быстрее. Здесь тоже камера. Вот здесь это. 40 километров. За светофором такая вот камера. Это уже современная камера. Это как с мультфильма. Робот-камера. Да, это уже совсем другого типа камера. Новые. Наверное, хорошие фотографии делают. Дорого слишком, да. После третьего уже не сможет ничего, возьмет права. Три раза по 170, да? Нет, да. Там не по 170, там же от зарплаты зависит. Нет, первое, там 120 км в час, 115 км в час, 170 сразу даешь. А после этого уже пойдет зарплата, скажем так, что один мужик платил... Самый богатый Афенома, я не знаю, как этот. Он платил за 25 километров 100 тысяч. Хорошая зарплата. Да. Кими Райконен платил 38 тысяч. 25 километров. Потому что нужно соблюдать правила дорожного движения, они для всех одинаковые. Да, да. Просто, что после 15 километров в час пойдет этот зарплата, сколько в год получается. И на третий раз забирают права. И третий раз собирают права. Не надо даже скорость превышивать. Можно и вот там этот переход, не останавливаясь, сразу. Это самое и ужасное, если человек пойдет и ты не останавливаешь. Сразу и тюрьму можно поставить. За три месяца. Переходит. Да, да. Не, если ты там пойдешь, и кто-то с другого стороны пойдет мимо, не останавливает сразу. Ну, это полиция рядом должна. Тут с камера... Да, о, с... автобус застрял. Да, да. Да? Не знаю. Кажется, что... Да. Все. Ага, хорошо застрял. Ой, как хорошо. Закопался там. Почему у него огоньки горят? А, просто забыл. Забыл, да? А, все, точно забыл. Парковался и поехал. О, велосипедист! Да, да. Это мне нравится. Молодцы. Любая погода, им ничего не помеха. Ну, мы почти уже приехали, совсем чуть-чуть. Здесь налево нельзя поворачивать, так мы налево повернули, уже улица, по которой больница. Ну, Ой, снег везут. Полный, полный. Там это велосипедист, она хочет сюда идти еще. Молодец. На работу на велосипеде, да. Или куда-то. Здоровый образ жизни. Эти машины, походу, никуда не торопятся. Все закопаны. Дорога почищена. И их так сбоку прикопало хорошо.
больница уже будет видно. Велосипедист. Быстрее нас. Да, уже быстрее нас. А вот и больница. Детки храпят. Придется будить обоих. Посмотрим, как дела с парковкой. Тут обычно все занято. Нету. Место. Ноль. Ноль. Вот она в больнице едет. Ноль. В больнице работает, молодец. Да. Ну что там показывает пока? Я не знаю, мне надо дверь открывать. А, нет, есть места. Показывает, что можно. Так, ну что, мы уже приехали, уже зашли. Сейчас мы зарегистрируемся. Да? Выберем Хахму. Главного героя выберем. Кто будет выбирать? Ты будешь выбирать? Сейчас. Вот, посмотрим. Кого ты хочешь выбрать? Выбирай, кого ты хочешь. Собачку выбрал. Так. И тут написано, куда мы должны. Окей. Запомни, мы должны идти на второй этаж. И Оду Тускакси. Слышишь? Не печатает, зайка, не печатает. Пошлите тогда.